магазин на Колорадо Бич зашли детям. Футболки взять Илюши, да Никитки. Здесь такие ракушки красивые. Золотистые. Надписи всякие. Калифорния, SD, Сан-Диего. Футболки. Кепки тоже Сан-Диего. Калифорния. Living the Dream. Здесь вот есть сейл. 5,99. Что-то $20. Вот эти по... Да? А, 4 за 20. Вот эти по 19. Здесь даже есть эти, смотри, как на Гавайях рубашки. Вообще-то это калифорнийские, да? Какие-то же цветные. Покажи эти две футболки, которые я взяла. Никитки и Илюшки. Никите такая акула, она будет светиться в темноте. И Илюшке такая мода. А, там же это Марлин Монро с красными губами. И медведь. Мама. Сразу не разглядела. Мама. А как она будет светиться? Откуда вы знаете, отец? А там написано как-то glow. И всякие сумочки. А это сумки, которые на пояс одеваются. Okay. Рюкзаки. No. We did not buy that. Glow? Glow. Пледики, бланкеты почем? $14. Такой рюкзачок $19, походный. Еще хотела вот эти футболки заснять. Тоже Сан-Диего, Калифорния, Шарк, Коронадо, Сан-Диего, Калифорния. Уже пальмы. Никита, что ты говорил там? Медведь это кто? Флаг? Медведь это флаг Калифорнии. Это медведь, да, изображу? Да. Где бы нам найти этого медведя, показать? Вот. Ну, вот смотри, одна маленькая, одна большая. Кепка. А, вот это кепка, да? Нам с тобой, слышишь? Одна маленькая, одна большая. О, давай, классно, ничего себе. Виктор нам нашел футболки Сан-Диего. Еще в них сфотаемся потом. А то у нас нет никакой памяти о Сан-Диего. Деду с бабой мы купили магнитик о Сан-Диего. Там дома он находится. Здесь детские футболки, даже вот для таких маленьких есть. Сланцы такие на футболке, классно. Вот эта прикольная футболка Angry Birds, а это Angry Sharks, Coronado Beach, Калифорния. А здесь смотри, Никита, Angry Sharks, да, как Angry Birds. Для детей такие красивые кофты, футболки. Тут брелки. О, брелки тебе же нужны. Тут колечки, бижутерия всякая. Игрушки. Кружки. Смотри, какие кружки, Никита, большие. Вот смотри, Сан-Диего написано. Вот кружка стоит. Сан-Диего. Прикольные эти рюмочки. Женский бюст. Сланцы. Вот он, этот Мишка Калифорния. Сан-Диего, Сан-Диего. Такие кружки красивые. Мне аж кружку захотелось. Сан-Диего.
Тоже мишка. Какой классный магазинчик. Понравился, Никита, тебе магазин? Магазин-то? Ну, как сказать? Ну, не знаю. Мы футболку тебе нашли в этом магазине. То мы 5 дней тут ходили, ничего не могли найти. Последний день нашли. Последний день всегда все находим, да. Коронадо. Ну, на этом закончим видео о магазине. Bye-bye.